Друзья, Fine Sport добрался до одного из самых больших танцевальных залов в Москве. Можно сказать, танцевальный город в центре Москвы. 9 залов. И сегодня мы снимем про него репортаж. Всем привет! Добро пожаловать в Центр 9 залов. Меня зовут Александр Еремин, я директор по развитию. Сегодня мы вам проведем небольшую экскурсию по нашей школе. Сегодня мы имеем уже целых 10 залов. Хотя недавно относительно у нас их было действительно 9, и благодаря этой цифре, собственно, и формировалось название бренда. Кто-то нас называет супермаркетом танцев, потому что основа нашей деятельности – это, конечно, прежде всего танец. Пожалуй, мы одна из немногих танцевальных школ в Москве, которые предлагают максимальный набор танцевальных направлений и фитнес-направлений в одной школе. Здесь целых 10 залов, и проходя мимо одного зала, идя к другому, меняются музыкальные направления и стили. Вначале гремит одна музыка, потом гремит другая музыка. В одном зале стретчинг, в третьем зале зумба, где-то танец живота, какие-то другие направления, о которых я еще ни разу не слышал. В общем, смотрим, развлекаемся. Вы когда-нибудь видели, чтобы мужчина преподавал урок танца живота? Вот и я не видел. Давайте посмотрим. Меня зовут Боброва Елена. Я хотела бы сказать несколько слов о нашей замечательной школе 9 зал. Школа уже отпраздновала свой 7-летний юбилей. И 2 года назад наша школа завоевала первенство среди танцевальных школ города Москвы. В нашем центре также представлен интервальный тренинг. И мы можем похвастаться тем, что в рамках этого направления у нас проводится аттестация. И, пожалуй, никто в Москве на сегодняшний день еще не делает аттестации по интервальным тренингам. У нас есть мобильное приложение, которое позволяет нашим ученикам следить за расписанием буквально из своего кармана. Итак, школа танцев, 9 залов, которая находится недалеко от станции метро «Чистые пруды». Кстати, здесь уже 10 залов, и она раскинулась на целых 1000 квадратных метров на -1 этаже на Мясницкой улице. Здесь много залов, здесь много танцевальных направлений, много преподавателей, более 30. Здесь несколько раздевалок, и мужских, и женских. Здесь есть душевые, туалеты. Почему я об этом говорю? Потому что на самом деле не везде они есть, а вот здесь есть. Поэтому здесь вы сможете комфортно проводить свои танцевальные тренировки. Спасибо за просмотр этого ролика, друзья. С вами был Сэм из FineSport.ru. До новых встреч!